Всем привет, Леонид Котвицкий. Сейчас у нас обзор электропилы из магазина Мир Запчастей. У них есть и свой канал. Я укажу, кстати, их канал. Посмотрите сами, там много у них всяких обзоров. Я просто взял одну интересную вещь. Электропилы все больше входят в нашу жизнь, потому что многие задумываются, что зачем мне, собственно, бенза, если я не буду в лесу заниматься, или мне что-то во дворе надо лишь распилить, так почему мне не взять сетевую электропилу и не морочиться с бензином, с карбюратором, вот, с различными там заводом часто долгим. В общем, электричество есть электричество, возни с ним меньше. Итак, что мы имеем здесь? Немножко заклеено. Мощность 2800 Вт, весьма неплохая. Обороты 8000 оборотов за минуту, это довольно хорошая скорость. Скоростная. Ну, что, в принципе, типично для электро, хотя зависит от передач, но скоростная. 3 восьмых шаг цепи, средний. И 16-дюймовая шина, то есть более 40 сантиметров. Вот сам наш зверек. Пила довольно такая увесистая, в руке ощущается. Короткий шнур, что в принципе несущественно, потому что никто же не будет от розетки работать так электропилой. Вот. Но что мы имеем здесь? Крышка, раскручивающаяся на ключиком. Так, есть ли у них ключик? Ключик есть в комплекте, что радует. Вот. Здесь бензобак. Так, вернее, масляный бак для заливки масла. Ну, пластмасса как пластмасса, что тут о ней сказать. Имеется пенопласт для транспортировки. Открутим крышку, установим шину и будем ее пробовать на практике, что самое главное. Так. Крышка без проблем снимается. Имеем шину. Так, ставим шину. Натяжка цепи стандартная идет здесь. Отверточкой надо ее натягивать обычной. Так. Имеем цепь. Ну, цепь как цепь. В комплекте цепь одна. Одна цепь в комплекте. Ну, надо бы несколько, конечно, но все зависит от объемов работы. Так, если объем работы принципу лишь иногда, так, то зачем, скажите, несколько цепей. Так, если объем работы на уровне лесника, то, собственно, зачем ты будешь покупать электропилу? Так, разобрались с цепью. Частый прикол. Про шину что сказать? Ну, надо ее в работе испытать. На вид она из среднего какого-то металла. Есть на конце звездочка, что хорошо, потому что не все шины, даже со звездочками на конце. Это все-таки улучшает работу, меньше идет отбив обратный, неприятный. Даже более-менее сразу защелкнуть, не накручивая. Так, теперь уже поднатянем. Ну, все стандартно идет вот здесь отверточка. Зажмем крышку плотно. Итак, что мы имеем? Имеем бензопилу, электропилу. Вот привычка к бензо. Имеем электропилу. Довольно мощную. 2800 это неплохая мощность.
Шина, кстати, здесь, насколько я вижу, не 40. Так, 40 она, если отсюда считать. Полная длина шины, это 46. Так, если от края, то она идет 40. Вот. В принципе, нормальная средняя шина. Так, есть и меньше, и больше. Вот, ну, естественно, что для электропилы, работающей от сети, не рассчитывают, что это будет такого размера. Шина там метровая, да, чтобы резать сосны, вековые дубы, потому что, собственно, а зачем оно, так, в домашних условиях во дворе. Имеем комплект из одной цепи. Какой цепи, это мы немножко в работе, я думаю, ощутим. Вот сейчас мы поедем, ну, тормоз, стандартный довольно тормоз. Вот, по руку он должен тормозиться. Вот. И я думаю, что мы сейчас поедем и испытаем это все на практике, потому что чисто дома включать, как оно вертится, это не показатель. Мы сейчас поедем и на дровишках это дело испытаем, как оно будет работать. Вперед! Итак, Минск, включили в сеть, пробуем. Потом расскажу про ощущения. Во-первых, плавный старт, что радует, так? Плавный. Не моментально рвет, останавливается моментально, а вот стартует медленно, что, конечно, хорошо для службы двигателя, для всего. Вот, это плюс. Второе, тяга, ну, вполне себе приличная тяга, примерно как у 50-кубовой бензопилы. Так, ну и... Скорость тоже такая средняя. Это не 12 тысяч, конечно, оборотов, но вполне себе прилично работать можно. Так, пробуем еще. Чувствуется, что сделали ограничение на мощность, так что она не работает прям вот. Из последних сил, которые только можно выжать. То есть сделан определенный плавный старт, определенное ограничение на мощность. Вот. Движок будет служить долго благодаря этому. Вот. Ну так, по ощущениям приятненько для дома, самое то. В принципе, я думаю, на этом обзор можно закончить. Вещь интересная, бензина для нее не нужно. Для дома, для распилки вот таких бревен, как видите, до полуметра вполне ее достаточно. Ну что сказать, работку уже заделал. Вот. Работа сделана. Теперь могу уже сказать, так сказать, более конкретный вывод. Пила понравилась. Вот. Довольно она тяговая. Так. Достаточно скоростная и при этом тяговая. Достаточно скоростная и при этом тяговая. Вот. Цепь не застряла ни в одной из бревнышек ни разу. Не застряла цепь, что вот пришлось выдергивать, мучиться. Вот. Вынималась на ходу каждый раз. Вот. Понравилось, что да, нагрева никакого. Еле-еле тепленькая. В инструкции то пишет, что после работы 15 минут делать перерыв. Это все стандартно так пишет для таких инструментов. Но явно еле-еле нагрелась, то есть склонности к перегреву нет, запас. Ограничения определенные там есть, чтобы она не перегревалась. Понравилось, что останавливается цепь, то есть вот работает, только отпустил курок, моментально останавливается. Вот, а стартует плавно. В общем, такая пила с хорошим запасом. Вот.
Понятно, что это не Орегон, там и не стиль какой-то фирмовый, суперпрофессиональный, Китай, конечно, но явно с хорошим таким запасом и такой продуманный Китай. Вот, в принципе, все выводы. Кому было интересно, вот, можете покупать, кому не интересно, надеюсь, просто получили информацию для себя. Ну что, всем пока!